Лига работающей молодежи уже несколько лет не набирала желающих представить свой юмор на суд зрителей и жюри. И вот на сцене три команды, которые разыгрывают весенний кубок. Две из них уже хорошо известны зрителям. Ребята Ру и команда КИС играли и в школьной лиге, и в высшей. Женская сборная вышла на сцену в таком составе впервые. Первый конкурс – слайд-разминка. Рыбу окрыляет. Нагуляли. Че, я это новая Лада Гранта? Подойдите уже, пожалуйста, кто-нибудь, да не у животного уже, скорее балди картинки показывай. Вась, что там в клетке-то, танцует или нет? Картинки с животными и слайд-разминки сменил второй конкурс игры «Приветствие команд». И первой выпало выйти на сцену женской сборной. Выходили несколько раз. Ну, это же женщины в основной массе команды. Добрались и до шуток. Наша команда очень постаралась, подготовилась к сегодняшней игре и забрала все оценки у жюри, кроме пятерок. Итак, оценки за первый конкурс. 5, 5, 5 и 4. Вы знаете, в каждой влюбленной паре бывают ссоры. Ну вот опять где его носит, вечно опаздывая. Не, и так каждый раз. Все, мы расстаемся! И руки свои убери. Я вот знаю, это сейчас твой начнется заяц. Может, я в чем-то виноват? Конечно, виноват ты, кто еще? Мне уже вот надоели вот эти твои медвежонки, вот эти вот твои ежедневные цветы. Особенно вот эта вот парфюмерия со скидкой 20% из Эдема. Ты вообще можешь хоть что-нибудь новое придумать? Угу. Это что-то новенькое. В клубе. Танцуешь? Танцую, пою, стихи читаю, кошек люблю. Ты чё тупишь? Туплю, острую, точу ножи, ножницы, иногда бритву травлю. Ты чё гонишь, что ли? Гоню правду, самогон, нефть, иногда на москвиче гоняю. Ты чё, остришь? Остришь. Острю? Чё? Чё, замуж хочу, вот чё, дурак, что ли? Потанцуем? Потанцуем. Old Spice. Пилорама. А ты кем работаешь? Я сантехником работаю. Как занимательно. Это трубы на 20, трубы на 30. Счетчики холодные воды, счетчики горячие воды. Я в этом ничего не понимаю. А сейчас представьте, раннее утро в селе. Цыпа. Цыпа. Слышь, Петрович, караван-то закончился уже. Какая тут курица, ты чё? Андрюха, пошли-ка его домой несём. А наша команда, как вот эти две бутылки. Без нас в ДК не так весело. Добрый вечер, с вами команда КВН КИС. И как говорят водители 102-м маршруте, сейчас еще одного человека дождем и поехали! Стоп, Ярик, куда поехал, подожди. Тебе не кажется, что в нашей команде не хватает еще одного человека? Да. Тогда давай кого-нибудь из зала позовем. Давай из зала кого-нибудь. Так, есть кто-нибудь желающий принять участие в нашей команде? Я. Кто я? Ну, я. Так кто я? Головка от... Так, стоп! Все, давай там, хватит кривляться, выходи на сцену. Не могу, я компьютерная программа нового поколения, Зина. Но я очень хочу поиграть с вами. А у тебя есть молодой человек? Эй, парень, полегче. Не для тебя моя розочка цвела. Да нет, ты меня просто неправильно поняла. Вот, допустим, моя девушка как кошечка. В смысле? Такая же ласковая и нежная.
Нет, такая же усатая. Зим. А вот недавно был матч по хоккею между сборной России и США. Можешь как-нибудь это прокомментировать? Заключительный конкурс, который решил судьбу команд – домашнее задание. И тут всем пришлось поработать с видео. Ребята.ру сняли свою версию программы «Такси», женская сборная решила по-новому интерпретировать некоторые песни, а команда «КИС» с помощью членов жюри взяла интервью у известных политиков. Как вы относитесь к тому, что каждый второй мужчина в Кировской области выпивает? Я считаю, что так должно быть в каждой семье. Что вы подарите Слободскому на День города? Ну нет у меня больше денег, да и не хочу я перечислять по каким-то вопросам. Но вот небольшую сумму я могу перечислить. За время вашего президентства в России резко ухудшилась экономическая обстановка. Прокомментируйте это, пожалуйста. Но если говорить откровенно, это хорошо. Это нужно было тогда придумать, чтобы таким образом произошло. Я понимаю, сейчас вот Владимир Вольфович. Владимир Вольфович, опишите, пожалуйста, поселок Вахруши. Вот дорога, разбито все, коромысло, бабы, самогон. Асфальт на площади сделали, а на дорогах до сих пор нет. Что делать? Так сделайте это, пожалуйста. Мы за. Так надо это сделать. Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, почему Данил Крабинников постоянно меняет состав жюри на КВН? Я постараюсь на него по-серьезному и ответить. Вы знаете, ведь я много говорил на эту тему, наверняка вы знакомы с этим. Я немножко с другой стороны сейчас зайду. Он неуемный и неугомонный человек. Он всегда кого-то назначает и кого-то свергает. Значит, пусть трудится. Вообще это неплохо, неплохо. Итог игры – дипломы всем командам по номинациям. Женской сборной за лучший выход, ребятам.ру за их видео. А весенний кубок по праву достался команде КВН «КИС».